Ну, а герои следующего сюжета уже точно знают, что подарить своим мамам. К 8 марта воспитанники детских садов столицы учат стихи и мастерят поделки. В библиотеке имени Маяковского проходят тематические мастер-классы. Посмотреть, какие поделки готовят ребята своим близким, смогла Татьяна Леонтьева. Воспитанники детского сада номер 97 уже не в первый раз приходят сюда на мастер-классы. И каждый раз придумывают что-то новое и необычное. На этот раз им удалось сделать поздравительные открытки и корзинки с цветами для своих близких. Я сделала эту открытку для своей бабушки. Поздравляю ее с 8 марта. Желаю счастья, чтобы она всегда радовалась. Чтобы была всегда веселой. Девчонки и мальчишки подготовились к празднику основательно. Даже стихотворение разучили. Полюбуйтесь, наша мама, как мы возмужали, подтянулись, подросли, мышцы подкачали. Хоть еще мы маловаты, но отважны, как солдаты. Мамочку любимую будем защищать. Солнце и счастье на земле будем охранять. Это знают все на свете, знают взрослые и дети. Знаю я и знаешь ты, мама любит что? Такие мастер-классы шли в библиотеке целую неделю. Бумага, текстиль, другие подручные материалы. Желающих смастерить подарок своими руками было много. Мы стараемся научить детей видеть прекрасное, видеть красивое. Потому что если они красиво сделают, то стараемся, чтобы помочь им, чтобы они сделали красиво. Потому что, когда даришь подарок, сделанный своими руками, маме или бабушке, конечно, это совсем другое отношение, чем они пойдут с папой и купят какой-то подарок, да? Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.